Next rule that Hillel brought. Следующее правило Гилеля. We are doing Hillel's hermeneutics. Мы рассматриваем герменевтику Гилеля. Hillel's hermeneutic that we did Kal Vachomer. Мы прошли Kal Vachomer. We did Gzera Shava. Мы прошли Gzera Shava. We did Gzera Shava. Now the third one is called. Третье называется. Binyan Av. Binyan Av Mikatuv Echad. Which means making a family from one text. Называется создавая семейство из одного текста. In other words, what does it mean making a family? What's in a family? Что это означает создать семейство? Что включает в себя семейство? It means you make children. Это значит вы делаете детей. Yeah. So you have only one text. Поэтому у вас есть только один текст. And from this text. И из этого текста. You make children. You increase that text. Вы как бы распространяете этот текст, расширяете. For example. Например. Very famous text. Очень известный отрывок. From Leviticus. Из Левит. Leviticus chapter 11, I think it's verse 17. Левита, 11 глава, 17 стих, кажется. No. Нет. I am not correct. Я не прав. Because I am a little bit dyslexic. And it is 17 verse 11. Это 17. Глава 11 стих. Yes. 17:11. You 17:11. See? Dyslexia. I turned the numbers around. Это дислексия, болезнь такая, когда меняются цифры наоборот. I was so scared from Valentin. Я настолько испугался Валентина, что я запутался. Okay. So it's 17:11. 17:11. Let's start read at 10. Давайте с 10 начнем читать. Если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лице мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее, потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. All right. So here is, you have verse 11. Поэтому здесь 11 стих. That says that God gave us the blood, где говорится, Бог дал нам on the altar. Кровь дал на жертвенник, для жертвенника. For the atonement of our souls. Для искупления нашей души. Right? Да. One verse in the whole Torah. Один стих во всей Торе. From this verse. Из этого стиха. We deduce all the doctrine. Мы вывели все доктрины. That blood purifies. О том, что кровь очищает. In other words, there's only one verse. То есть один стих у нас есть. That says it. В котором сказано. All the other doctrines about blood purifying, atoning, forgiving of sins. Можно сказать, все доктрины об очищении, очищающей крови, о крови Христа. Are children of this text. Это все как бы дети, производные из этого стиха. Do you understand my point? Понимаете, что я говорю? Yeah. In other words, one text is enough. То есть одного стиха достаточно. To build on it a case. Чтобы на нем создать какое-то дело. Over many other things. Создать аргумент для нескольких каких-то вариантов. We have one text says God gave you the blood on the altar for the atonement of your souls. Только один стих, где говорится, Бог дает кровь для очищения души. And from here we learn that we need blood for atonement. И здесь мы узнаем, что нам нужна кровь для искупления. That Yeshua had to die on the cross. Что Иешуа должен был умереть на кресте. That he had to shed his blood. Что он должен был пролить кровь. That his blood continues to purify us. И что его кровь все так же продолжает очищать нас. We could use so many texts from the New Testament. И так много текстов есть в Новом Завете. From the prophets. В пророках. From the psalms. В псалмах.
All based on this one text. Все основываются на этом одном стихе. But if we really look, но если мы на самом деле присмотримся, we see in the Bible, мы увидим в Библии, also other ways of atonement. Увидим и другие способы искупления. For example, Psalm 51 doesn't have blood. Например, в Псалме 51 нету крови. King David is confessing his sin. Царь Давид исповедует свой грех. And he says, "Cleanse me, Lord, with hyssop." И он говорит: Господь, очисти меня иссопом. Yeah. No blood, hyssop. Не кровью, а иссопом. But we built a whole doctrine. Но мы целую доктрину построили. Of blood, крови, доктрина о крови. Based on this one text. Основываясь на, отталкиваясь от одного этого стиха. Why is this right? Почему это правильно? What's the difference? Why can we do that? Почему мы можем это сделать, так поступать? Because. Потому что. This is Binyan Av. Это Binyan Av. It is a father text. Это отцовский текст, главный текст. What makes it a father text? Почему это отцовский текст? Yeah. That you cannot use any text to do that. You have to have a father text to do that. Что другие отрывки вы не можете использовать, а только нужен стих как отец, как основание. First of all, it's from the mouth of God. Во-первых, потому что это сам Бог сказал, это его слова. If you notice, если вы заметите, it says, I have given it to you upon the altar. Там с большой буквы говорится, я назначил ее вам для жертвенника. Not the priest. Не священник говорит. Not the high priest. Не первосвященник. Not Moses. Не Моисей. I give you the blood upon the altar. Я назначил ее вам для жертвенника, Бог. So it's a central поэтому text. Это центральный стих, основной. That around this text revolves all the blood sacrifices on the altar. Можно сказать, уже вокруг этого стиха крутятся остальные стихи, которые говорят о жертвенной крови на жертвеннике. That's why the rabbis say wherever you have a father text. И поэтому раввины говорят, всякий раз, когда есть отцовский текст, отец может родить детей. It's similar to Gzera Shava. Это похоже на Gzera Shava. But in Gzera Shava you can have many, many texts that have the same word and connect them together. В случае Gzera Shava много стихов с одинаковым словом, и это все соединяется вместе. А в этом случае everything falls under this category. Все как подпадает под одну категорию, под один стих. Let's look at some examples. Еще другие примеры. Let's look at some examples. Maybe the examples will make it clearer. Может быть, другие примеры, которые более ясны. Let's go to Hebrews. Евреям, послание евреям. Hebrews 9. 9 глава. And verses 11 through 22. Стихи с 11 по 22. And notice that it brings a chain of text from the Torah. И заметьте, что это перечисление нескольких стихов из Торы. And connects the context of all of them by the word blood. И в контексте соединяет все эти стихи слово кровь. Hebrews 9. Евреям 9 глава. So read from 11 to 22. Прочитаем с 11 по 22. Но Христос, первосвященник будущих благ, пришед с больше совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью. Однажды вошел во святилище, приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепель телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль мне паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшее для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив. Почему и первый завет был утвержден не без крови,
Ибо Моисей, произнесший все заповеди по закону пред всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью, червленую и иссопом, окропил как самую книгу, так и весь народ, говоря, это кровь завета, который заповедал вам Бог. Также окропил кровью и скинию и все сосуды богослужебные. Да и почти все по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. We have a major, major problem. И у нас возникает очень-очень большая проблема. The word Завет. Слово Завет. Is it in italics in Russian? Is it a different text? Is it a different print? Слово Завет в 18 стихе написано у нас курсивом. Курсивом. In 18. Verse 18. Is it? Yes. У нас написано слово Not Завет. Not only verse 18. In all the verses. Курсивом From написано. From verse 1 of chapter 9. И, а первый стих 9 главы? Is it in italics? Нет, в первом стихе нет. Only in verse 18 is in italics? Только в 18 стихе с курсивом, да? А? Да, только там. Well, the verse, the word covenant, Завет, doesn't exist in the Greek text. Ну, слово Завет в греческом варианте, его нету там. It only exists in the English translation and in the Christian translation, modern Christian translation. В английском современном переводе только есть. If you look at my English Bible here, если вы посмотрите на мою английскую Библию, it's all in italics. Вы увидите, что там курсивом написано слово это. Which means that it's not in the text. Другими словами, его в оригинале нету. And if I show you the Greek text, it's not in the text. Если греческий покажу вам, там нету на греческом слова Завет. Yeah, it's another subject, but it's an important enough subject I want to clarify it to you. Это важная тема, но я хотел бы вам упомянуть об этом. It's a different subject than Binyanav, but I now noticed it. Это другая тема, чем Биньян Ав, но хочу упомянуть. And I want to explain it to you. И хочу объяснить вам это. By putting the word covenant here, то, что здесь поставили слово Завет, the translators переводчики changed the meaning of this text completely. Полностью изменили значение этого текста. Because what is he talking about? Потому что о чем он говорит здесь? He's talking about the tabernacle. Он говорит о скинии. In the tabernacle, how many rooms were there? Сколько было отделений в скинии? Two rooms. Две. The first room. Первое отделение. And the second room. И первое и второе. The holy and the holy of holies. Святое, святое святых. Right? Да. So he's talking about two rooms in the tabernacle. Потому он говорит о двух комнатах в скинии. The Christian translators христианские переводчики applied the Old Testament to the first room and to the Holy of Holies the New Testament. Получается, что они сделали для первой комнаты святое они применили для Ветхого Завета, а святое святых для Нового Завета. By doing this, they changed the meaning of the story completely. Таким образом, они полностью изменили значение этой истории. Now, I don't know. Does anybody have an old Russian Bible? Я не знаю. Old, you mean what? First translation? Yeah, a very old translation of Russian Bible. This is the very first. Синодальная это самый ранний перевод Библии на русский. And in the Синодальная is the word covenant exists in verse 1? Yes, not cursive. Huh? Not cursive. Not cursive. Получается, в первом стихе у нас тоже стоит слово Завет, но не курсивом. Again, read it slowly. Verse 1 of chapter 9. Прочитаем первый стих. Первый Завет имел постановление о богослужении и святилище земное. It doesn't say that in the Greek. А в греческом об этом не говорится. Anybody here Greek? No Greek? Кто-то знает греческий здесь? Yeah. I'll show you the Greek text. I have the Greek text. Я покажу вам. It's not in the Greek text. Греческий оригинал. В греческом там нет этого. You know, it
just not in the Greek text. Там просто нету этого в греческом. The translators put it in there. Переводчики это вставили там. They doctored the text. They played with the text. Они изменили текст. Of the translation. А, в переводе. They played with the text of the translation. We are in the... Just a minute. Okay. I will do the Greek. We are doing the book of Hebrews. And we're going to do this. And go to Hebrews chapter 9. Is no word for covenant, for testament. Здесь нет слова завет. Or even though in the English there is. И на хотя и на английском тоже есть завет. Because they interpreted it according to the standard Christian theology. Потому что они сделали перевод в соответствии со стандартным христианской теологией. But the text doesn't say that. Но в тексте об этом не сказано. Потому что весь текст говорит о скинии и о служении в скинии. И я дам вам ключ к пониманию книги и послания евреям. The book of Hebrews is written not to the general Jewish public. Послание к евреям не было написано обычным евреям. It's written to the people in Qumran. Но написано людям в Кумране. That did not like the Jerusalem temple. Им не нравился Иерусалимский храм. Had no connection with Jerusalem priesthood. И они никакой связи не имели с Иерусалимскими священниками. Вот поэтому. Nowhere in the book of Hebrews talks about the temple. Нигде нет упоминания о храме в послании к евреям. It only talks about the tent, the skini. Там только говорится о скинии, yeah. О палатке. Not the temple in Jerusalem. А не о храме Иерусалимском. That's why they also deal with Melchizedek. Вот поэтому также говорится о Мелхиседеке. There are only two places in all the body of Jewish literature that deals with Melchizedek is Qumran and the book of Hebrews. Again. The Melchizedek fragment in Qumran, Melchizedek, and the book of Hebrews is the only two places in all of the Jewish body of literature dealing with Melchizedek. Только в кумранских свитках и кумранской литературе, и также в послании к евреям говорится о Мелхиседеке. There are only two places in all of Jewish literature that deal with the comparison of the angels and the Torah and the Messiah and Moses in relationship to the angels is in the book of Hebrews and in Qumran. И также в книге кумранских книгах, кумранской литературе, также послание к евреям говорится об ангелах, Моисее. Some very important articles. Скинии. Books written on this subject. И только в этих двух видах литературы. But when you see something in italics, in cursive, и всякий раз, когда вы видите слова, написанные курсивом в тексте, always be careful. Всегда будьте осторожны. Try to understand the text without the cursive. И попытайтесь понять текст без этого курсива. So what is happening here from verse 11? Что же здесь было? First of all, it says something very, very strange. It says Christ came as high priest. Christ came as high priest. Поэтому 11 стих. Христос первосвященник. We know that the high priest came from the tribe of Levi. Мы знаем, что первосвященник из колена Левина. In chapter 7 it already said that the Messiah was a priest according to the order of Melchizedek. А в 7 главе говорится, что Мессия первосвященник по чину Мелхиседека. And he came with a greater and more perfect tabernacle, verse 11. И в 11 стихе опять
Он пришел с большую совершенную скинию. Not made with human hands. Не сделано человеческими руками. Not a part of this creation. Нерукотворенную. Is there anything in the Torah to justify this? Есть ли в Торе подтверждение этим словам? Yes. Because Moses was saw when he was on top of the mountain, потому что Моисей, когда был на горе, a heavenly tabernacle, небесную скинию видел, and the earthly tabernacle that they built, и земная скиния, которую они построили, was according to the picture, to the blueprint that Moses saw по плану in the heavenly, той скинии, которую Моисей видел на небе. This alone is a very big thing. Только этот сам факт очень сильный. And the question that arises philosophically. И философски возникает такой вопрос. Is what is our existence here on earth? Тогда каково же наше существование здесь на земле? The devil imitates the truth always. Дьявол всегда имитирует истину, подражает истине. And in modern world, и в современном мире, yeah, many people, многие люди, in Russia, in Ukraine, в России, in Украине, United States, в Штатах, in Israel, Израиле, all over the world, по всему миру, buy into this concept, они купились на эту концепцию, like concept of biorhythm. Как концепция биоритм, биоритма, концепция биоритма, yeah. Знаете? Or astrology. Либо астрологии. Even some Russian politicians and Russian oligarchs, даже некоторые русские олигархи, политики, go to astrologers. Идут к астрологам. Yeah. In Israel we had Arkady Gaidamak. У нас в Израиле есть такой Аркадий Гайдамак. You heard of Arkady Gaidamak? Слышали об этом Аркадии? Really? На самом деле нет. Or Friedman? You heard of Friedman? А Фридман, слышали о нем? Кто они? These are the people who put Putin in power. Это те люди, которые Putin in power? Путина привели к власти. Jewish oligarchs. Это еврейские олигархи привели Путина к власти. The Jewish oligarchs put Putin in power and then he turned on them. He rebelled against them. Еврейские олигархи привели Путина к власти. I'm not joking. И затем он от них отказался. И я не шучу. They confessed that they did it. Они сами сказали, что они его привели к власти. Yeah. Now some of these oligarchs actually go to astrologers to find out what to do and what's going to happen with their lives and what their future holds. И некоторые из этих олигархов идут к астрологам, чтобы спросить, что делать, что будет с их жизнью. What's behind these astrologers? Что стоит за всеми этими гороскопами и астрологией? It's a belief. Это верование в то, that life is on earth is controlled by some heavenly cosmic powers. То, что земля, жизнь на земле контролируется космическими силами. That we, our lives here on earth, и что наша земная жизнь, are not independent. Не является независимой. Но что жизнь зависит от этих тайных сил. И что их можно контролировать. С помощью астрологии. By cosmology, космологии. By witchcraft, колдовством. Yeah. That's the essence of all these pagan idolatrous practices that people engage in. Это сущность всех этих языческих традиций, практик. It is that man is controlled from outside. То, что человек контролируем снаружи. His life is controlled from outside. И снаружи его жизнь контролируют. Other forces. Какие-то другие силы потусторонние. Whether it is dark forces or white forces, it doesn't make difference. Темные силы или хорошие силы. Для меня все это темная сила, все равно. And where do they base their ideas? И на чем они основывают эти идеи? They base their ideas from things that they read in the Bible. Они основывают идеи на том, что они читают в Библии. That there is a heavenly tabernacle. То, что есть небесная скиния.
And that Moses saw the heavenly tabernacle when he was in 40 days in Mount Sinai. Моисей видел небесную скинию после 40 дней на Синае. Now this is true. И это правда. But it's a totally different thing. Но это абсолютно другая вещь. To think that the stars and the moons and the sun control your life. Небесная скиния это совсем другое, чем верить, что луна и звезды контролируют вашу жизнь. The heavenly tabernacle doesn't control anything. Небесная скиния ничего не контролирует. It is only a pattern. It's only a blueprint. Образец, план, схема. That's at least according to the Torah. It's only a blueprint. По крайней мере в соответствии с Торой это только план. God said to Moses, build the tabernacle according to the tavnit, the blueprint that you saw in the mountain. Бог сказал Моисею, построй скинию по образу тавнит или отпечатка, что ты видел на горе. It doesn't say that the heavenly controls the earthly. Там не говорится, что небесное контролирует земное. Big difference. Большая разница. According to the Bible, man is free. В соответствии с Библией, free will. Человек свободен, у него есть свобода выбора, воля свободная. Not according to Calvin, but according to Moses, man is free. Не в соответствии с Кальвином, но в соответствии с Моисеем человек свободен. But there is such a thing as a heavenly tabernacle. И что существует такая вещь, как небесная скиния. And the writer of the book of Hebrews says that Yeshua is a high priest in a heavenly tabernacle, not made with human hands, that is more perfect. Что автор евреям говорит, небесная скиния, там первосвященник Иисус, и она более совершенна, чем та, которая здесь на земле. Now with the blood of bulls and calves, not with the blood of bulls and calves, verse 12, but with his own blood, и не с крови тельцов, но своей крови. He entered the most high place once and for all, having obtained eternal redemption. Однажды вошел во святилище, приобрел вечное искупление. Now here you have Kalvachomer. Здесь мы видим Kalvachomer. We already saw it in the morning Kalvachomer. Уже раньше мы видели это. For if the blood of bulls and goats, ибо если кровь тельцов, and the ashes of a heifer sprinkled with unclean, sanctifies and purifies of the flesh, how much more? There is the Kalvachomer. Kalvachomer мы видим, если кровь тельцов освящает, то коль ми паче, то тем более, то насколько более кровь Христова. How much more shall the blood of Christ? Коль ми паче кровь Христа. Who through the eternal Spirit offered himself, принесший себя непорочного Богу, without spot, Духом Святым, cleansing your conscience, очистит совесть вашу. What is the advantage of the blood of Christ over the blood of the bulls and goats? Какое преимущество крови Христа по сравнению с кровью тельцов, козлов? Why is the blood of the Messiah more valuable than the blood of bulls and goats? Почему кровь Мессии более ценна, чем кровь тельцов, козлов по этому тексту? He cleanses conscience, and that cleanses body. No. Do the bulls and goats offer themselves? Разве тельцы и козлы сами себя приносят в жертву? Do they make a choice to give themselves to God? Разве они сами выборы такое делают, принимают решение? Нет. The advantage of the blood of Yeshua is that he gave himself, что он сам себя принес, volunteered. Добровольно. That's the advantage. That makes his blood much more efficient, efficace. Из-за этого его кровь нам более эффективна для нас. Because the bulls and goats, потому что козлы и тельцы, это решение человека. It's not their choice. Это не их решение. Remember the text in Leviticus. Помните текст из Левита. What does it say? Что там говорится? God says, "I gave the blood on the altar for your atonement." Бог там говорит, я назначил кровь для жертвенника ради искупления. And here it's a play on this motif.
И можно сказать, здесь эта игра, это мотива. Это не вы дали, назначили кровь для очищения. Не вы через тельцов. Но добровольно. Freely given by choice. Это личный выбор был, решение. Without blemish. Без пороков и непорочной. And that's why it's Kal Vachomer. Поэтому это Kal Vachomer. If the blood of bulls and goats can atone for sin, если then the blood of the Messiah can do it much more effectively, once паче, and for all. Тем кольми паче, тем более кровь Мессии очистит однажды и навсегда. And not only to cleanse our sins, не только очистит от наших грехов, but to clean our conscience. Также очистит нашу совесть. Не только тело очистит, но и совесть. And prepare us to be servants of God. И подготовит нас к тому, чтобы быть слугами Бога. So you see that from one, that one passage. И вы видите из этого одного отрывка. In Leviticus. В Левит, стих Левита. The writer of the book of Hebrews is building a case. И можно сказать, уже автор послания к евреям сам выводит это как его ребенок, которого он производит из одного стиха в Левит. И он дальше продолжает. И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его для искупления преступлений, сделанных в Первом Завете. And here the word covenant is in the right place. И здесь слово завет правильно используется. In other words, by dying, shedding his blood voluntarily. Когда он умер, пролил кровь добровольно. The Messiah becomes the mediator of a new covenant. Мессия становится посредником Нового Завета. The new covenant is not a New Testament concept. Новый Завет — это концепция не только Нового Завета, это книги. Новый Завет — это концепция, которая еще была в Ветхом Завете. Иеремия. But the book of Hebrews connects it not only with Jeremiah. Но послание к евреям связывает это не только с Иеремией. But connects it with the whole sacrificial system. Но и со всей жертвенной системой, система жертвоприношения. So every time that somebody sheds blood in the Old Testament. И всякий раз, когда проливается кровь чья-то в Ветхом Завете. Everyone that somebody brings a goat or a bull or a chicken. Человек приводит вола, тельца или приносит курицу. Горлицу. Bird. Птицу. For a sacrifice, and he sheds his blood. Ради жертвоприношения проливает его кровь. This is a reminder in heaven. То это напоминание на небесах. Of the more perfect that is supposed to come. О более совершенном, что еще должно прийти. That's why Paul says that all the things, all the holidays of the Old Testament. Поэтому Павел говорит, что все праздники are a shadow. Это тень. Of the things to come in Christ. Того, что придет во Христе. A very simple example. Очень простой пример. When little girls play with dolls. Когда маленькие девочки играют с куклами. I think all little girls play with dolls. Все маленькие девочки играют с куклами. I'm sad to say that also some little boys play with dolls. Мне грустно сказать, что также некоторые мальчики играют с куклами. Today that's very very common. Сегодня это очень распространено. Yeah. No, that's when they play with serious dolls. More expensive dolls. Get up. In the name of Jesus, get up right now. Okay. But when little girls play with dolls, и когда маленькие девочки играют куклами, it's a shadow, это тень, of the fact that later on they will play with little babies. Что позже они будут играться с маленькими младенцами. The playing with dolls is like an introduction. Можно сказать, игра с куклами это как введение. To their later life,
playing with baby, with live babies. В їх позню, більш позню життя, коли у них будуть настоящі діти. So the writer of the book of Hebrews says that the whole sacrificial system. І поэтому автор послання к евреям говорит, что вся жертва, система жертвоприношения was a preparation. Була підготовка. A prophetic fulfillment. Пророческого того, що исполнится пророчество. For what God said to Moses. Моисею. I give you the blood upon the altar for the atonement of your souls. Я даю вам кров для жертвенника, для искупления ваших душ. What's the difference between the sacrificial system in the Torah? Какая разница между жертвенной системой в Торе? And that text in Leviticus 17. И в Торе и в Левитам 17 главе. When you just open the book of Leviticus, the first thing. Первое, что вы видите в First verse of Leviticus. Первый стих Левит. And then for 13 chapters more. И затем ещё 13 глав книги Левит первые. It says you shall take an animal. Там сказано, что вы возьмёте животное. You shall offer a bull. Вы принесёте в жертву тельца. The priest shall offer the bull. И священник принесёт в жертву тельца. The priest shall take the scapegoat. Священник возьмёт козла отпущения. The only place that it says I shall give you the blood. I give you the blood. Единственный только стих, где говорится: я назначаю кровь, я дам вам кровь. Is in Leviticus 17. Это в Левитам 17 главе. And therefore the writer of the book of Hebrews. И поэтому автор послания к евреям is building a case from that one text. То отталкивается только от одного того стиха. To say this is Binyan Av, this is a father text. Можно сказать, что это Binyan Av, это отец текста. This is a key text. Это ключевой текст. To understand the whole system. Чтобы понять всю систему. Yeshua does the same thing. He learned it from Hillel. И Иешуа то же самое делал, он этому научился от Гиллеля. When the rich lawyer comes to Yeshua. Когда богатый адвокат приходит к Иешуа. And says to him, "What do I need to do to inherit eternal life?" И говорит, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Yeshua, what does Yeshua say? Что ему Иешуа ответил? Раздай всё. He says, "Keep the commandments." Он говорит, соблюдай заповеди. And he lists him the 10 commandments, 9 out of the 10 commandments. И говорит, и перечислил 9 заповедей из 10. He says, "I'm already doing this." Он говорит, я уже это делаю. What else do I need to do? Что мне еще надо сделать? Yeshua says. Иешуа говорит. You shall love the Lord your God with all your heart. Люби Господа всем своим сердцем. And love your neighbor as yourself. И люби своего ближнего как самого себя. Yeah. Two commandments. Две заповеди. Paul takes two commandments. Павел берет две заповеди. Yeshua takes two commandments. Иешуа берет. Hillel takes two commandments. Гиллель берет две заповеди. Yeah. And they say these two commandments are father texts. И они говорят, что эти две заповеди это отцовство семейства. Inside these two commandments. И уже внутри этих двух заповедей. Are embedded all the other commandments. Находятся все остальные заповеди. They are binyan av. Это binyan av. Yeah. They are keys. They are principles. Они самые ключевые заповеди, это самые ключевые принципы. And we see here that the writer of the book of Hebrews that does that with the blood. И мы видим здесь, что автор послания к евреям также поступает в отношении крови. We see Paul and Yeshua doing that with these two commandments you should love. Do you know the story of Hillel? Павел говорит это, Иисус говорит, а знаете эту историю за заповедях? Who doesn't know the story of Hillel? Кто не знает историю Гиллеля? One. Расскажи, or I will tell it in a short story. Я расскажу короткую историю. There were two presidents of the Sanhedrin. Были два президента Синедриона. Hillel and Shammai. Гиллель и Шамай. A non-Jew came to Shammai. И один еврей пришел к Шамаю. А, не еврей. And he said to him, "I want to convert to Judaism." И он сказал, я хочу обратиться в иудаизм. Tell me the whole Torah. Скажи мне. Standing on one leg. In other words, don't take my time. Give me a short. Он говорит. Не забирай мое время. Расскажи мне всю Тору, стоя на одной ноге. Shammai took a stick
and to go away, you. Шимай взял палку, начал его гнать, а ну иди отсюда. So he went to Hillel. Поэтому он пошел к Гилелю. And he told Hillel the same thing. И то же самое он сказал Гилелю. Hillel told him. Гилель говорит ему. Okay. Хорошо. Two things. Две вещи. Love your neighbor as yourself, люби and love the Lord your God with all your heart and with all your себя, mind. И люби Господа всем сердцем, всем душой своей. Now, go and study. Теперь иди учись. In other words, Hillel said словами, that inside these two commandments внутри этих двух заповедей is embedded the whole Torah. Уже вся Тора находится. Now you go and, you know, open it up. А теперь иди и decipher it out. Раскрой сам различие. Because these two commandments are considered Binyan Av. They are father texts. Эти две заповеди это Binyan Av, это отцовство семейства. For me, the whole gospel is in one verse. Для меня все Евангелие в одном стихе заключено. For me, Binyan Av is. Для меня Binyan Av. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Так возлюбил Бог мир, что отдал своего Сына. But everyone should have everlasting life. Чтобы никто не погиб, но for me, that's Binyan Av. Для меня это Binyan Av. The whole gospel is in that one verse. Все Евангелие в этом одном стихе. And it is legal. И это вполне законно. It's a part of the system. Это часть системы. To summarize things, to concentrate things. Подводить вывод чему-то, сконцентрировать в чем-то одном. On one text. В одном тексте каком-то вывод. Pastors do that all the time. Пастора делают это постоянно. They use one text. Они берут один текст. That is central. Который центральный. And the rest. А все остальное. It's a commentary. Комментарий. Now, not only there are texts that are Binyan Av. И есть не только текст, который Binyan Av. There are problems that are Binyan Av. Есть также и проблемы Binyan Av. But these problems cannot be seen. И эти проблемы невозможно увидеть. In the translations. В переводах. Only in the Hebrew text. Только в тексте на иврите. And I just want to mention a few. Пару хочу упомянуть таких. For example, there is words in the Hebrew Torah. Например, есть слова в Торе. That have a roof over them. У которых есть как крыша такая над словом. They have a dot over every letter. Там такие слова. An extra dot. Такие слова есть, где над каждой буквой есть точка. Дополнительная точка. And when this happens, и когда такое происходит, the rabbis say, раввины говорят, there is a roof over this word, that means there is a secret in it над этим that словом needs to be protected. Есть крыша, либо секрет какой-то, который нужно защитить. And it means that this text is a key text. Или другими словами, что это ключевой it's a Binyan Av. Текст. Это Binyan Av. It is something to pay attention to. Текст, на который следует обратить внимание. I'll give you an example. Например, take a Hebrew Bible. Take, you have a Hebrew Bible. You have a Hebrew Bible. Here is another one. У вас есть Библия на иврите. Возьмите Библию на иврите. Откройте. Deuteronomy 29:29. Второзаконие 29:29. Pass it around and look. You will see there. Откройте и увидите. That it says. То, что там сказано. Anistarot la Adonai va'aniglot lanu ulebaneinu. The secret things are unto the Lord, and what is revealed is for us and for our children. Тайна принадлежит Господу, а что открыто это для нас и наших детей. Этот стих. Find it. Найдите его. And you will see that under baneinu, under our children, и вы увидите, что baneinu, наши дети либо наши сыновья, a roof over the word. Это слово там над ними есть эта крыша. Did you see that? Вы нашли? 29:29. Пета Моисеева книга. А?
29. Пусть я смотрю. Господу Богу нашему открытые нам и сынам нашим доверие, чтобы мы не да, есть. Его нет, Господи. А? Ну, как на нет? На иврите нет. Ну, не может быть. Ну, вот, тут уже лама. А, давай. Давай смотрю. Я, I will look for it. Are you in 29? Well, of course there is. 28 по иврит. 28 стихе на иврите. Улебанейну. 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 Over here. There is dots. You see small dots? Ulevaneinu, there is dots. Yeah. Now the Midrash loves these things. И Мидраш любит такие вещи. They love all kinds of weird things in the text. Им нравятся такие странненькие вещи в текстах. If you open a scroll of the Torah, если вы развернете свиток Торы, there is no vowel signs. То там нету. No nikud. То там нету гласных. But these dots exist. Но все-таки эти точки есть в свитке. In every copy of the Torah by hand, these dots exist. В любой рукописной копии Торы есть эти точки. There is no vowel signs. There is no tzere, chiri, kubutz. But there is these dots. Но есть эти точки. And it's an indication. Это указание. That there is here something secret. Указание hidden, на тайну, на что-то скрытое, that cannot be revealed. Что не может быть открыто, явлено. So this text itself becomes a binyan av. Поэтому сам этот текст It becomes a principle. Binyan av становится принципом. For example, that's why Orthodox Judaism says that you cannot delve in. I'll release you in a few minutes. You cannot delve in Kabbalah until you're 40 years old. Delve, pray, or what? And women are not allowed to touch Kabbalah at all. Невозможно изучать Каббалу до 40 лет, а женщина вообще нельзя изучать Каббалу. What? That's good. You're lucky. Да, это хорошо. Вы счастливчики. Yeah, you're lucky. Вы счастливы. But the people who are teaching Madonna. No. The guy's name is Berg, the teacher of Madonna is Berg, and all kinds of, he became millionaire. Он стал миллионером. But he was excommunicated from Judaism. Но его исключили из иудаизма. He's totally excommunicated from Judaism. Абсолютно исключен из иудаизма. I can go to any synagogue and pray, even if they know that I am a believer in Yeshua. Я могу в любую синагогу пойти молиться там, даже если я верю в Иешуа. But he is not allowed to enter any synagogue. Но ему нельзя войти в синагогу. This guy Berg that is teaching all these Hollywood actors. Тот Берг, который учит всех голливудских актеров Каббале. But essentially the Torah marks some of these key texts. И в конечном итоге Тора выделяет эти ключевые тексты. That become, you know, key principles. Которые становятся ключевыми принципами. On which you can build. На основании которых вы можете. Make many, many строить children. You can build a lot of ideas. Многих детей выводить многие идеи из этих текстов. Yeah, not only in the context, but also on the graphics. Не только. That's what I wanted to show you. В контексте, но также и в графике, то что я показал. Because we have some very weird things in the Torah. Потому что в Торе у нас есть эти странные вещи. We have upside down letters. Есть буквы, которые перевернуты с головы с ног на голову. We have small letters, large letters. Большущие буквы, огромные, маленькие. Have you noticed that if you look at the Hebrew Bible? Заметили ли вы это, когда читаете Библию на иврите? Yeah. For example, in the priestly blessing of Aaron. Если взять благословение Аарона. In Numbers. И цифры. It is bracketed by upside down nuns.
то там перевернутый with the dot on top of them. Нун перевернута с головы, с ног на голову, и еще точка стоит над нун. In Numbers 10. Yeah. Upside down nuns, huge nuns, big. Огромнейшие нун. Much bigger than any other letter in the chapter. Намного больше, чем другие буквы в главе. And these signs, these are all not mistakes. They are signs не ошибки, это все of признаки the scribes, of the rabbis, того, что книжники very early и раввины очень рано to indicate that there is something, a key, указали, что есть special ключ, особенный ключ in this text. Что-то особенное в этом тексте. And we miss that, of course, in the translation. Конечно, all the translations. Все это мы упускаем во всех переводах. That's why also it's important to learn Hebrew. Вот поэтому очень важно также изучать иврит. There was a time in which every pastor had to learn Greek and Hebrew. Было время, когда каждый пастор должен был изучать иврит и греческий. Not today. Но не в наше время. They don't have to learn anything. Они ничего не должны изучать. Yeah. But in the old days they did. Но в прежние дни они так делали. Because there are things that you cannot learn without the original language. Потому что что-то вы не можете изучить без оригинала языка. That's why you should have Hebrew here. Поэтому у вас здесь должен быть иврит. Teach Hebrew. Изучайте иврит. Yeah. All right. Any questions? Какие-то вопросы есть у вас? Yeah. Yeah. Когда есть, when you have such interesting things. Когда у вас есть такие интересные слова. They are there. Они там находятся. To provoke you. Для того, чтобы вас провоцировать, подтолкнуть. To study deeper, to look inside. Вы изучали глубже, вглубь посмотрели. And I believe that this is one of the main functions of the Holy Spirit. Я думаю, что это одна из основных функций Духа Святого. One of the main functions of the Holy Spirit is not to ba 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 ba. Одна из основных функций Духа Святого. One of the main functions of the Holy Spirit ba-ba-ba is to reveal to us all of God's truth. Чтобы являть нам всю Божью истину. Tongues are important. Языки важны. If they are practiced according to the Scriptures. Если их практикуют в соответствии с Писанием. I have not seen any church. Я не видел ни одной церкви. I should say 98% of all the churches that I've seen. Либо же сказать 98% церквей, которые я видел. Don't practice the gift of tongues biblically. Не применяют дар языков по-библейски. Because the Bible says very clearly. Потому что Библия очень ясно говорит. In 1 Corinthians 14. 1 Коринфянам 14. I don't allow more than two or three at the most. Я не позволяю двум либо трём, наиболее три говорить языками публично. Privately you can speak all you want. Приватно говорите сколько хотите. But publicly two or three at the most. Двое либо трое наиболее. And let there be a translation after every one. Пусть будет истолкование каждого. I don't see that happening. Я не вижу, чтобы этого было. Это было. On rare occasions. Только очень редко. I see it. Я вижу это. But mostly don't. Но большинство нет. Yeah. And the function of the Holy Spirit, one of the main functions. Одна из основных функций Духа Святого. That's what Yeshua said, to lead you unto all truth. Сказал, Иисус сказал, привести, наставить вас на всякую истину. And the churches are still drinking milk. И в церкви всё ещё пьют молоко. Because if you see how the writer of the book of Hebrews defines milk. Потому что если видите, как автор послания евреям определяет молоко. Then we're all still in milk. We're not eating steak yet. Мы все еще пьем молоко, даже до стейка не добрались. I want steak. Я хочу стейк. And to get steak, you have to pray to God. Чтобы получить стейк, нужно молиться Богу. When you see a problem in the text. Так что когда вы видите проблему какую-то в тексте. Like a big letter or a small letter. Большая буква, маленькая буква. You have to pray to God for a revelation from the Holy Spirit. What does it mean? Богу, чтобы Дух Святой дал откровение. Что это значит? There is a reason why it's there. Потому что есть причина. It's not a mistake. Почему она там? Это не ошибка какая-то. It's there for a reason. Там она по какой-то причине, буква.
Remind me that tomorrow I will show you some other things like this that are very, very interesting. И напомните, что мне завтра я показал вам такие же похожие интересные факты. Remind me tomorrow, okay? Хорошо, напомните. Because all of these things are a part of this structure, midrashic structure of Hillel. Структура мидраш Гилеля. That every what looks to us as a mistake если что-то видно как ошибка, a very deep truth. Выглядит как ошибка, на самом деле это очень глубокая истина. That cannot be explained with normal words. Которую невозможно объяснить простыми словами. Do you know Picasso? Вы знаете Пикассо? Picasso has this picture Grunica. You know Grunica, one of the largest pictures of Picasso. It's called Grunica. Grunica это его одна из самых больших картин. That he painted during the war. Которую он рисовал во время войны. With Franco. Between the socialists and the fascists in Spain. Это война в Испании. 36. Социалисты и фашисты в 36 году. Do you know this painting Grunica? В Испании. Знаете эту картину Grunica? It's line paintings, black on white line, horses and parts of human beings on the ground. Получается черно-белое лошади, потом части тела человеческие. And everything looks quite Picasso. И все похоже на Пикассо. Все остальное в стиле Пикассо. If you take children there, they say, "Oh, we can do this." It looks like a children's painting. И все люди смотрят на эту картину и говорят, это похоже, как ребенок рисовал, мы все это можем сделать. It looks like mistakes. Это такое ощущение, как будто это ошибка какая-то. But once you start understanding what's behind it, но как только начинаешь понять, что за этим всем стоит, the mistakes become great truths. То эти ошибки становятся великой истиной. The same thing is true throughout the Bible. И тоже относится ко всей Библии. What looks to us as mistakes, то, что выглядит как ошибка, have hidden revelation in them. В этом есть скрытое откровение. Yeah. And if you don't remember anything I said, если вы ничего не запомните, что я сказал, remember this. Помните это. What looks to us as mistakes, то, что выглядит для нас как ошибка, they are deep wells of truth. В этом содержатся глубокие источники истины. Okay? Any questions? Какие-то вопросы есть? Yes. Вы вчера говорили, что там есть много ошибок. Как нам различить, где просто ошибка, а где ошибка, с которой есть? When I said yesterday that there are mistakes. Когда вчера говорил, что есть ошибки. Talking about Stephen's. Говоря о ошибке Стефана. Yeah. Even then I said that the Bible records the truth. Даже тогда я сказал, что Библия записывает правду. And the mistake is Stephen's. А ошибка принадлежит Стефану. Stephen made a mistake. Стефан сделал ошибку. The Bible didn't make a mistake. Библия не сделала никакой ошибки. The Bible records. Библия записала. Truly, truthfully. Истину, правду. Of what Stephen said. Того, что сказал Стефан. So if there is a mistake, поэтому если есть ошибка, которую сделал Стефан, it's not a biblical mistake. То это не библейская ошибка. Because the Bible records mistakes of all the heroes. Потому что Библия записывает ошибки всех героев. The Bible records that David took Bathsheba. Библия записала, Давид взял Версавию. The Bible records that Abraham lied about his wife. Авраам солгал насчет своей жены. Selfishly lied. Эгоистично соврал. It's not the mistake of the Bible. Это не ошибка Библии. It's the mistake of Abraham. Это ошибка Авраама. But when there is an upside down letter. Но когда существует буква, которая повернута на иврите с. Or when there is с ног на голову. A mem that is closed. Либо же мем, которая закрыта, которую я говорил уже. That's a mistake of the Bible. Это ошибка. Библии. Yeah. That's a mistake in the text. Это ошибка в тексте. Not in the story. А не в истории. That's there to open for us new doors. New это для того, чтобы открыть depth. Новую дверь, новую глубину. Yeah. You understand? There's a difference between
mistakes that people make. І ви поняли разницу между ошибки людей і ошибки Біблії. And mistakes that are of the Bible itself. Ошибки, которые сделали люди, либо ошибки, которые сделаны в Библии. Do you understand the difference? Видите разницу? Мем софит emphasizes something. Yes, it says there is something hidden here. Да, мем софит говорит, что что-то здесь скрыто. Yeah. And the rabbis say. И раввины говорят. When the Mashiach comes, he will reveal to us what is behind this mem. Говорят, что когда Машиах придет, он нам скажет, что это же значит это мем. It's there in order to tell us. И там она присутствует, чтобы сказать нам, что больше есть в тексте, чем то, что вы глазами видите. Больше, чем просто слова. Yeah. Any other questions? Другие yes. вопросы? It's close, but it's actually Stephanus was a Samaritan. Но в принципе Стефан был самарянином. A Samaritan. Самарянин. Who converted to Judaism. Обратившийся в иудаизм. And when he quotes to us, it looks like a mistake. И когда он цитирует нам это, выглядит это как ошибка. But he is quoting the Torah that he learned as a child, as a Samaritan. Он цитирует Тору, которую он выучил еще ребенком, когда в Самарии жил. In the Samaritan Torah, Самарянская Библия, 75 people went down to Egypt. В Самарянской Библии там написано, 75 человек пошло в Египет. In our Torah, в нашей Торе, it says 70. Сказано, 70 человек сошли в Египет. Yeah. Why? Почему? Because our Torah already assumes that Joseph, his wives, and his children were already in Egypt. They didn't have to come down with Jacob. Иосиф, его жена и дети уже находились в Египте, им не приходилось с Яковом приходить в Египет. And the Samaritan Torah counts Joseph and his family as a part of the people who went down to Egypt. А в Самарянской Библии Иосиф учтен как тот, который пришел в Египет со всей семьей. And the Samaritan Torah, everything happens in Shechem. И в Самарянской Библии все происходит в Сихеме. Why? Because Почему? They all lived in Shechem. Почему? Потому что они все живут в Сихеме. Yeah. That's why. Вот почему. So the language of Stephen, there are several very important articles and books written on this. It's not so simple. Это не так просто. Есть много книг написано. Go ahead. Еще раз я не понял. В книге Откровения перечисляется колено Израиль. Да. И там они неправильно перечислены. Какого-то там колена вообще нет. Дана. Дан. Может быть, что это просто ошибка при переписывании или в этом какой-то смысл? Я не знаю. Не знаю. I have thought about this problem. Я думал об этой проблеме колена Дана. But I don't know why. В Откровении. I know why Dan is not in there. Но я знаю, почему Дана там нет. Because they included Ephraim and Manasseh in it. Потому что Ефрема и Манасе они включили. And the tribe of Joseph became two tribes. А племя Иосифа, колено Иосифа стало двумя коленами. They needed 12. Им надо было 12, число 12. And so they couldn't add Dan, it would become 13. Если бы они колено Дана добавили, стало бы 13 колен. And so they satisfied themselves with the 12. Поэтому они решили давай записать 12. Because this is again this is not real numbers. Потому что снова это не настоящая цифра. In the book of Revelation, in most of the Bible, there are no real numbers. All of the numbers are imaginary. И symbolic. Все цифры записаны, числа в Библии это символические цифры. Every time you have a number multiplied by itself, it's symbolic. Какая-то цифра либо число это символьно.
Four times four, it's symbolic. Чотирижди раз, чотирижди чотири, це символ. Or 12 times 12,000. 12 на 12 тисяч, це теж символно. Or 3 times 12, it's symbolic. 3 умножить на 12, теж символ. All of these numbers are not there to teach you mathematics. Всі ці цифри не щоб вчити вас математики. They are there to teach you other things. Щоб навчити вас чому-то другому. That's why, for example, Matthew takes out three kings from the genealogy so that he would have 3 times 12, 14. Matthew. Якщо взяти в генеалогію в Євангелії від Матфея. You have 3 times 14. Там є 3 умножене на 14. Yeah. Ну, he divides the genealogy into 3 times 14. Он розділяє цю генеалогію Ісуса на 3 періоди, в кожен з яких 14 родів. Why 14? Чому 14? Because David is 14. Тому що Давид це 14. Далет is 4. Далет це 4. Вав is 6. Вав це 6. And another Далет is 4. І ще одна Далет 4. Тому 14. You understand? Понимаешь? Matthew had to pull out three bad kings in order to fit the number. И Матфею пришлось выбрать трёх плохих нечестивых царей для того, чтобы цифры подогнать. Otherwise he wouldn't have 3 times 14. Иначе бы у него не получилось 3 по 14. He would have had 3 times 15. У него было бы 3 по 15. And that's not King David. But he's playing with the numerology. Он играет с нумерологией. Yeah. To make it 14, 14, 14. Для того, чтобы три раза было по 14 родов. You understand? Понимаешь? Yeah, it's I don't know about revelation. Я не знаю. I don't understand revelation. Насчёт откровения, я не понимаю откровения. Yeah. Прокомментируйте слово нефеш и нешама. Would you explain the using of the word nefesh and neshama in Hebrew? Nefesh means life. Nefesh значит жизнь. Yeah. People are called nefashot. Люди называются нефашот. А нефеш ашер яцаа мимицраим, the lives, the people that came out of Egypt. Или же люди, которые вышли из Египта. Nefesh. And neshama is more spiritual. It's more neshama более connected to the spirit. Более связано с духом. Yeah, because it says vayifa in Genesis 1. Как в Бытие первой главе сказано. Yeah, it says, God breathed. Бог вдохнул. Yeah. У нас переводится она часто как либо дух, либо душа. It's right. Душа is also a person. Душа также человек. Yeah. Like nefesh. Как нефеш. And neshama. Neshama. Is дух. Дух. Yeah. Huh? No. God breathed ruach. Бог вдохнул рух. And made neshama. И создал neshama. Nefesh chaya. Yeah. Chaim. Yeah. And so neshama comes from breathing. Поэтому нешама появляется из вдохновения. Nefesh comes from body. А нефеш из тела. From a live organism. Живого организма, в живом организме. It's nefesh. Это нефеш. Yes, да. Руах – это дух. There is different kinds of spirits of ruach. Есть разные виды рух. Yeah. There is ruach Elohim, there is ruach Adam, there is ruach Chaya. Рух Адам, рух Elohim. There is many kinds of spirits. Есть разные виды духа. But neshama is what a man has inside his breathing. Но нешама то, что внутри человека, то, что он вдыхает и выдыхает. That is the essence of neshama. Это сущность нешама. His breath. Его дыхание. Not only the spirit in the sense of, you know, larger sense. Inner constitution of human being and creatures. What's the difference? These, is there all a difference? These terms are interchangeable.
Все ці терміни взаємозаміняємо. Yeah. Trying to make order out of them is not so simple because there are so many interchangeable terms. Є так багато взаємозаміняємих термінів. Іноді людей називають people, Бней Адам. Адам називають Бней Адам. Sons of Adam. Синові Адама. Sometimes they're called Нефашот. Іноді їх називають Нефашот. Yeah. Нефеш. Sometimes even Нешамот. Іноді називають Нешамот. Yeah. Dead people. Yeah, that are waiting under the throne of God. Мертвих людей, які чекають під троном Бога. They're called Нешамот. Їх називають Нешамот. So they're interchangeable. These terms are not systematic. А ці терміни взаємозаміняємо, не систематичні. You know, we have a body. У нас є тіло. We have a nefesh. У нас є нефеш. And we have a neshama. І у нас є нешама. And the ruach exchanges with the neshama. Sometimes it's called ruach, sometimes it's called neshama. Ruach міняється з нешама, іноді називається рух, іноді нешама. Because the neshama is essentially the breathing. Тому що нешама в основному це дихання. We don't have, we are stuck on a three-part human being. Ми застряли в цих трьох сферах человеческого создания. If you want four-part human being, then you have a guf, nefesh, neshama, and ruach. Если разделить человека на четыре части, то появляется еще гуф. And if you ask Benny Hinn, we have nine parts. А если Бенни Хинна спросить, то у нас будет девять частей человека. I'm not joking now. И я не шучу. Because every one of our parts have three parts. Потому что в каждой из наших частей есть ещё три части. The body has three parts according to Benny Hinn. По Бенни Хинну в теле есть три части. The soul has three parts. И в душе есть три части. And the ruach has three parts. И в рух есть три части. So now we are nine. Поэтому сейчас мы девятеро, на девять частей распадаемся. And if you're schizophrenic, если вы шизофреник, you can have 12 or 16. Тогда будет 18. 12. Yeah. Как по Ветхому Завету увидеть, что Мессия должен прийти дважды? Что он должен был еще должен умереть еще второй раз прийти? Очень простой ответ. The difference between Isaiah 53 and Isaiah 63. Это разница Исаия 53 и Исаия 63. Какая разница? The difference between Isaiah 53 and Исаия 63 shows you там показано. The Mashiach is supposed to come in two different ways. Что Машиах должен прийти двумя способами. Judaism resolved the problem by saying Mashiach ben Yosef and Mashiach ben David. Иудаизм как решает проблему? Называют Мессиях бен Иосиф и Машиах бен Давид. Yeah. So they say Машиах бен Иосиф is supposed to come atone for our sin and die. Бен Иосиф должен прийти умереть за наши грехи. And then Машиах бен Давид is supposed to come and rule. А Машиах бен Давид должен прийти и править, и быть царем. И это будет разное время. The Jews see it as a different time. Евреи видят в разное время. Inside Judaism, inside the prayer book. И в молитвенной книге иудаизма. All these secrets are inside. Все эти секреты заключены внутри. We don't have to go far. Не надо слишком далеко идти. Because all these things are already inside the prayer book. Потому что все эти секреты уже заложены в молитвенной книге. В Сидуре. In the Sidur, in the Machzor of the holidays. В Махзоре. It's all inside. Там все уже есть. And the day will come when suddenly the eyes of the Jewish nation will open up. Они придут, когда внезапно откроются глаза еврейского народа. All these things that they say. И все, что они говорят. Yeah. And they themselves don't understand. Они сами не понимают. Yeah.
will suddenly be revealed to them. I was studying one afternoon in my office with a few men. В своем офисе там было пару мужчин еще. Reb Nachman of Breslov's writings. И мы читали труды Нахмана Бреслова из Бреслова. Breslov that is buried in Uman. Который погребен в Умане, раввин. And we're reading. Мы читали. And all of a sudden, a knock on the door. Тут вдруг кто-то стучит в дверь. I opened the door. Я открыл дверь. This very big Hasid, Orthodox Hasid. И там стоял такой большой ортодокс Хасид. Is coming to ask for donation. They do that all the time. Он пришел попросить пожертвования. Они постоянно это делают. They beg all the time in the streets, in the corners. You'll see. Постоянно просят милостыни на улицах, на углах везде. They knock on your door. Стучат в двери, говорят. We have a poor family. We want to help a poor family. Бедная семья есть, мы хотим помочь. They have a letter from a rabbi that approves their begging. С собой носят, получается, письмо от раввина, чтобы оправдать это попрошайничество. И я говорю, сейчас не могу помочь, потому что сейчас мы учимся. And he said, "What are you studying?" Он спрашивает, а что вы учите? I said, "Well, we're studying Reb Nachman of Breslov." Я говорю, мы изучаем Рабби Нахмана из Бреслова. He said, "Well, I am a Breslov Hasid." Он говорит, "Can I join you?" Я Бреславский Хасид. Can I join you? Могу ли я к вам присоединиться? Very welcome. Come on. Я говорю, хорошо, добро пожаловать. So he sits down. Он садится. And in that moment exactly. И именно в тот момент. We are on a page. Мы на странице. That says Reb Nachman says. Где говорят слова Реба Нахмана. HaMashiach Hudag, the Messiah is a fish. HaMashiach Hudag, Мессия есть рыба. So I said, well, you're a Breslov Hasid. Explain us to us. What does it say? Я говорю, вот ты Хасид Бресловский. Объясни, что это значит. He said, I don't know. Он говорит, я не знаю. I said, well, I suggest that you go to your rabbi. Я говорю ему, иди к своему раввину. And ask him, what does it mean? И спроси его, что это значит. And come back next week. И возвращайся на следующей неделе. And so next week he comes back. На следующей неделе он возвращается к нам. And I say to him, "What did your rabbi say?" И говорю ему, что твой раввин сказал? The rabbi said. Раввин сказал. That it's a mistake. Что это ошибка? It shouldn't be dog. Что? It shouldn't be fish. Что это не должна быть рыба? It should be God. Reverse the. Там нужно написать. Gimel and the Dalet. Бог поменять две буквы Gimel Dalet. Будет Бог. And it becomes good luck. И тогда это будет очень хорошо. God means good luck. И Бог значит удача. Nida, so but who gives the right to your rabbi to change the text? God, это счастливчик на иврите. It says dag, it means dag. Но там же не написано не гад, а даг. Даг значит даг. Fish is fish. Рыба рыба. Рыба значит рыба. I said, let me explain to you why Reb Nachman said. That the Mashiach is dog. Я говорю ему, да давай я тебе объясню, почему Реб Нахман говорил о рыбе. Because in Greek, dog is ichthus. Потому что на греческом dag это ichthus. And ichthus. А ichthus. Is Иисус Христос. Это Иисус Христос. Сын Божий, царь Израиля, Иудеи. Yeah. He said, "Really?" Он сказал, что на самом деле? I said, "Really?" Я говорю, да, на самом деле. Because Reb Nachman was a believer in Yeshua. Потому что Раб Нахман верил в Иешуа. You know what happened with this Hasid? Знаете, что произошло с этим Хасидом? Few weeks later, he became a believer. Пару недель после этого он уверовал. And we baptized him. И мы крестили его. Because in the text it says. Потому что в тексте сказано. Reb Nachman, and it's true that Reb Nachman was a believer. Это правда, Реб Нахман был верующим. They have a secret hand-copied manuscript, Samizdat
manuscript. У них є такий never printed it. Манускрипт, який так ніколи не поступив в печать. Всі Бреславські хасиди знають об этом манускрипті. And inside this manuscript there's full of quotations from the New Testament. І в этом манускрипті там повно цитування Нового Завета. And that's why Reb Nachman ordered that when he dies. І поэтому Раб Нахман, когда умирает, он приказал. They are to burn all of his library, all of his papers. Он приказал сжечь всю его библиотеку, все его труды. Because he didn't want his disciples. Потому что он не хотел, чтобы его ученики. To fall into Christianity. То. Перешли в христианство. Become Christians. He didn't want them to become a Christian. Он не хотел, чтобы они становились христианами. But he personally believed in Yeshua. Ну лично сам верил в Иешуа. Reb Nachman of Breslov believed in Yeshua. Reb Nachman верил в Иешуа. And one of the strangest thing is that one of the biggest organizers on Rosh Hashanah, all the thousands of Hasidim to go to Uman. И один из организаторов Рош Хашана в Умане. Куда хасиды приезжают? There is maybe 100,000 Hasidim go to Uman. То что сотни десятков или тысячи их приезжают в Умань. One of the biggest organizer of this. Один из самых больших организаторов всего этого празднества. Is the son. Он сын. Of one very very big rabbi. Одного сильного ultra-orthodox. Известного ультраортодоксального раввина. Who is a believer. Кто является верующим. It's a very interesting connection. Organizer is a believer. He's alive, good rabbi until today. Very famous rabbi. Этот организатор Рош Хашана. Раввина. Отец организатора. Верит в Иешуа. And the son knows that his father is a believer. И сын знает, что его отец верующий. And maybe the son is also a believer, but I don't know that. Ну, может быть, сын тоже верит в Иешуа, но я это точно не знаю. But this promotion of going to Uman is only about 15 years old. It's not so old. Вот этот весь промоушен насчет Умани, он где-то только 15 лет существует. And it's very interesting because this rabbi became a believer in 1975. Интересно, что этот раввин уверовал в 75-м году. And only after that, и только после этого Умань вся started to grow big. Паломничество в Умань начало распространяться только потом. And the mother of this guy и мама этого парня found the hidden book нашла такую тайную книгу under his mattress. Под его матрасом. And she read it. И прочитала. And she saw the quotations from the New Testament. И она увидела цитаты из Нового Завета. And that helped her become a believer. Это ей помогло стать верующей. Because she was very opposed to it. Уверовать, потому что она очень сильно противилась. Yeah. And the first time that she found the New Testament in her husband's coat. И она же нашла в первый раз Новый Завет в пальто своего мужа. She tore it to pieces. Первый раз, когда нашла, она разорвала на кусочки Новый Завет. And what she didn't tear, she wrote curses on it. И то, что она не порвала, она там всякие, написала ругательства, проклятия. And then when she was baptized, затем, когда она крестилась, and became a believer, и стала верующей, she brought me that old, torn up, full of curses, New Testament. Она принесла мне этот Новый Завет, порванный на кусочки, записанный со всеми этими проклятиями. And repented for doing it. И покаялась за то, что она так сделала. So it's a very interesting story. Поэтому это очень интересная история. And there are more and more Orthodox, ultra-Orthodox. И даже больше и больше ортодоксов, who are becoming believers. Которые становятся верующими. And that's one of the important things that God is doing now all over the world. Это одна из самых основных таких фактов, что Бог делает по всему миру. Building good relationships. Он созидает хорошие взаимоотношения between messianic между мессианскими and the orthodox community. И ортодоксальными сообществами. And I bless this ministry here that the same thing will happen here. Я благословляю. Build good relationships. Ваше служение, чтобы вы созидали хорошие взаимоотношения with the Jewish community and with the Orthodox community. Еврейским сообществом и ортодоксальным сообществом.
Like I told you, I flew with Dov Blaich. Как я уже рассказывал, что я с Довом Блайхом летел в самолете. Twice. Дважды. On the coming and on the going from New York. Когда уезжал и прилетал, то есть улетал и прилетал. And he was very nice. И он очень приятный человек. He doesn't like the fact that I believe. Ему не нравится факт, что я верующий. But he confesses that I am still a Jew, even though I believe in Yeshua, which is already a very big confession. Можно сказать. Он признает мое еврейство, даже если я верю в Ишуа, и это уже большое достижение. And so it's a very interesting phenomenon. Это очень happening. Интересный феномен, который происходит. The softening happening. Можно сказать, размягчение происходит такое. And your ministry here is very important for the future. Служение очень важно для будущего. For now, good night. А сейчас